А, молчит, молчит, ну молчит, ну значит испугана. Погоди. Развернулась. Обиделась! Я еще ничего не сказал! Вот бабы дуры, а! На сайте HotGame.ru ты сможешь выиграть любую топовую игру всего лишь за 49 рублей, а также Minecraft всего лишь за 20 рублей. Также на сайте присутствует различный выбор рандомных ключей. Ссылочка на магазин будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а именно, ребята, эта серия сегодня будет посвящена покемонам, но не моду Pixelmon, а нововышедшей игре Pokemon Go. Да, ребята, кто уже слышал об этой игре, напишите, ребята, в комментарии, потому что эта игра просто-напросто порвала весь мир. А именно, ребята, сейчас все страны играют в эту игру. Кто не знает, ребята, то вы на телефоне можете скачать эту игру и просто ходить на улице и ловить покемонов. То есть вы будете на управлять телефон где-то на улице и через камеру увидеть реальных покемонов. Ну, реальных, да? Реальных. Но все же, ребята, эта игра просто порвала всех. Потому что сейчас, ребята, люди ходят, люди ездят с города в город, люди бегают там десятки километров, чтобы просто встретить покемона и словить его. Игра просто-напросто, ребята, всем разнесла всю крышу. Поэтому, ребята, эту серию я решил посвятить вот этой игре Pokemon Go. А именно, ребята, сегодня мы будем играть на крутой карте. Это полностью воссоздание покемонов в самом Майнкрафте, ребята, да. И это, ребята, будет действительно очень круто, потому что люди, которые занимаются разработкой вот этой карты, действительно какие-то гении. Но давайте меньше, ребята, разговоров. Набираем 5000 лайков, я выпускаю продолжение этой карты. Да, ребята, я просто-напросто буду очень рад каждому вашему лайку, потому что каждый ваш лайк — это поддержка для меня и также мотивация для записи новых видео. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, делись этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, пишите в комментарии что-нибудь интересное. И на самые интересные комментарии я, конечно же, ребята, буду отвечать. И пишите, действительно, слышали ли вы о игре Pokemon Go. Да. А сейчас, ребята, мы будем приступать. В чем заключается сюжет вот этой карты? А это небольшой отрывок всей этой карты. Сегодня, ребята, мы будем сражаться с гим-лидером в Майнкрафте. Да. И давайте, ребята, мы поговорим вот с этим чуваком. Добро пожаловать, травяной гим. Добро пожаловать, не знаю, это какой-то охранник вот этого гима. А гим-лидер Луис специализируется на травяных покемонов. Трава и также яд. А если ты ее сможешь победить, то ты сможешь забрать ее значок себе. Да, мне кажется, ценный такой приз. Я желаю тебе лучшего. Спасибо, чувачина. Спасибо тебе, чувачина. И сейчас, ребята, мы будем отправляться на поиски вот этого гим-лидера. Это, ребята, полное воссоздание игры про покемонов в Майнкрафте. То есть, как видите, у нас есть тут покедекс, у нас есть покемоны, у нас есть баг, у нас есть плеер. То есть, а мы можем рассмотреть весь наш инвентарь. Также, ребята, у нас есть действительно рабочий покедекс, но он будет выпущен в финальной версии этой карты. То есть, полностью вся карта, полностью все приключение выйдет в этом году вроде где-то зимой. Зимой. Что-то в этом роде, ребята, действительно. Также смотрите, какая у нас есть крутая карта. Офигеть просто. Вы также можете, ребята, посмотреть все в вашем инвентаре, что вам только захочется. Вот давайте покемонов посмотрим. То есть вы сейчас можете заметить, какие покемоны у нас есть. А именно, у нас есть, ребята, Джудулиум, Снорчоп, Куризериер, вроде так, да, Глиссадиаур и Виверн, ребята. Офигеть, какие крутые покемоны у нас есть. Но знаете что? Знаете что? Мне также интересно посмотреть, какие покемоны есть у этого гейм-лидера. Так, вот, вот, куда-то мы пришли. А, кстати... А, не, ребят, смотрите, вот сюда, или могу. Нет, не могу я сюда пройти, потому что, мне кажется, тут есть какие-то секретики. Есть там какие-то секретики, о которых нам никто не хочет рассказывать. Но да ладно, ребята, давайте мы все же попытаемся найти вот этого гим-лидера и также сразиться с ним за значок. Нифига себе, ёшкины матрешки, смотрите, сколько тут... Офигеть, вот просто на вот этот вид можно любоваться. Если вся карта, которая... потом выйдет в полном релизе, это будет, ребята, что-то нечто. Эта карта, смотрите, это просто что-то потрясающее. Это, ребята, офигеть просто. Это просто офигеть. Я надеюсь, что действительно полностью вся карта будет настолько же крутая. Так, ну здрасте. Это ты гим-лидер, да? Это ты? Гим-лидерша. Простите меня, простите меня, гим-лидерша. Ну что, ну что, ты готова, ты готова? А то мы готовы очень, а ты, видно, ни что-то не готова. Ну давайте. А, молчит, ну значит испугана. Погоди. Развернулась. Обиделась! Я еще ничего не сказал! Вот бабы дуры, а! А, вот, развернулась. Да, ты прибыл, то есть я тебя ждала. О, то есть я угадал прям, что она скажет.
То есть что-то, я не знаю, зачем ты сюда прибыл, но я могу тебе помочь с твоими покемонами. То есть уже засала бабенция. Но мне кажется то, что ты прибыл сюда за другим предназначением. За первым твоим гим-лидер с ким-значком. Конечно, ты прям догадливая. То есть мои травяные, также ядовитые покемоны превратят твоих зеленых в какую-то кашу-малашу. Дивуля. Ты бы так не говорила, потому что мы с тобой сейчас еще посоревнуемся. И как она пишет, я должна выдрать с тебя все твое мужество, потому что ты сюда прибыл и все же бросаешь мне вызов. Ну давайте, приступаем. Давай. Первый наш бой. Тут все настолько круто реализовано, то что это прям башковзрывающе. Ну да, ребят, ну что, начинаем бой. Она выкидывает своего первого покемона Брандера 19 уровня. Мы выкидываем также своего первого покемона. Кого? Джудулиума. Как видите, ребята, вот тут у нее полосочка жизни ее покемона, а тут, ребята, а полосочка жизни нашего покемона. Да, ребята, файт! Файт, я сказал! Тут даже атаки анимированы, ребята. Смотрите, тут даже атаки анимированы. То есть ее покемон бьет нашего. Вот смотри, типа он телепортируется, какой-то отвлекающий маневр, потом хренакс, и все, и снял жизни нашему покемону. И также наш покемон может бить ее покемона. То есть действительно крутые анимации, и это, ребята, все без модов. Это обычная карта. Вот смотрите, он прям ему щелбан дал. И сколько он жизни ему отнял? Ну давай. Ну, процентиков так 20, мне кажется, жизни он ему отнял. Давайте, ребята, мы еще раз ему врежем. Так, он нам какое-то заклинание накидывает на нас. Мне интересно, что. Или он нас. Да, он нас, наверное, начал отравлять. У него же все ядовыты. Да. Значит, ты по-черному играешь. Через яд нас хочешь убить. Он, да, как видите, яд все-таки делает свое дело и забирает у нас немного жизни каждый раунд. Но сейчас, ребята, мы используем Мега Дрейн для того, чтобы. Ну, образно! Ну не обижайтесь, но образно можно сказать, соснуть ее жизни. Потому что так оно есть. Да, то есть. Высасываем же жизни, да? Давай. Ну сколько он жизни заберет? Да. Знаете, я могу вот прямо сейчас вот так сесть и сидеть с таким лицом, потому что нормальной жизни он вообще не забрал у него. Зато яд у нас нормально забирает. Зато яд каждый уровень у нас нормально так жизни отнимает. Ну, Тейкл, давай, делай свое дело. Почти! Ух, последняя атака. Да он заколебал на нас яд накидывать. Последняя атака. Тейкл, давай, как тебя там же зовут? Джубилимбус какой-то. Давай, все. Давай, мужик. Опа, он нас опять куда-то куснул и немного восстановил свои жизни. Мне интересно, куда он нас куснул? Куда? Да, ребята, и как видите, у нее вот тут на башке написано, сколько у нее покемонов еще осталось. 1, 2, 3. 6 покемонов, ёшкин кот, нифига себе. А мы только первое сейчас убиваем. Сюда? Да. Не зря же я мастер покемонов. И мы выиграли, ребята. Мы получили 320 опыта. И у нее еще осталось... У нее еще осталось всего лишь 5 покемонов. Что такого? Всего лишь 5 покемонов. И она выкидывает Трампса. Я бы пошутил про президента Америки, но все же, ребята, я промолчу. Так, яд. Вот яд меня этот заколебал. Так, давай, Тейкл, давай прям пум нафиг. Ну, не с... Да. Не скажу, да. Я понял. Спасибо то, что мне в чате написали то, что это не очень так эффективно. Но мне кажется, то, что будет эффективно, то, что он сейчас нас с одной этой атаки просто-напросто раскокошит. Нет, пожалуйста, выживи! Ради всего... Спасибо за твои нанесенные 5% урона, спасибо. Не пибип, а давай, вызывайся. Пибип. Он не пибип говорит. Я, кстати, бегать могу. Здрасте, а я такой дебил стою тут. Я же тут могу наблюдать и смотреть покемонов. О, вот мне кажется, тут будет лучше. Ну что, файт. Rapid Spin, Confuse Ray, Payback. Ах ты, зараза подлая. Он гигадрейн использует. И сколько он жизни восстановил? Он еще и кританул. И фул жизни восстановил. Ё-моё. Бум. Все, прощай. Все, прощай, бегемотик. Или что вообще такое? Да. Куризерьер. Нифига себе. Это горилла. Орангутанг. Да, это орангутанг. Ну давай, орангутанг. Покажи нам свою силу. Свифт, Тандершок, Ловкик. Давайте ловкиком. Давайте прям.
И? Насколько? Насколько? Суперэффективный. Ух ты же, как я знаю, как тебя сейчас задрючить. Давай, да. Ух, ну еще одна атака. Еще одна атака, ребята, осталась. И мы прям пум. И все, и все. На, ё-моё! Пну, вот мужик, прям. Дай пять, мужик. Ну что, прощайся. Прощайся со своим покемоном и давай следующего вызывай. Да. Бум! Что это такое? А, пожалуйста, у меня есть какие-то... Нет, у меня нету никаких зелий. Нифига себе, это что сейчас за атака была? Какая-то демоническая. Как? Я... Сейчас. Он умер! Он типа использовал атаку, которая взрывает его и наносит урон нашим покемонам. Пацан, ты немного лоханулся, вот я тебе секретик крою, немного лоханулся, да? Но все же у нас осталось, ребята, еще два покемона, а у нее три покемона. Готам Глиссадиаур! Так, что это такое? Непонятно, вообще непонятно, а вот это тоже не очень понятно. Так, чем ты можешь его бабахнуть? Давайте Ice Wind. Ни хрена себе, он дымбл на нас такую кинул. Ты чё? Ты такой маленький. Как ты такой груз поднимаешь, а? Play nice! Play nice, пацаны, play nice. Давай. Погладь его, погладь, по головке, погладь. Молодец. Да ты ему вообще никакого урона не наносишь. Что у меня за покемоны нафиг? Нет, шанс есть, мы прямо сейчас, знаете, вот так, одну атаку, потом другую, потом пум, и мы выиграли, вот сейчас увидите. Да, ну почти угадал, но зато у нас есть еще надежда, ребята. У нее уже такое красивое слово и такое имя, потому что она верна, да? Сейчас, смотри. Ё-моё, смотрите, разве это не крутой покемон? Вот смотри, какие супер атаки, смотри, прям, атака крыльями, вот, прям. Одна атака и все, и дудочка ему, смотри. Мне даже страшно стало. Отвечаю, мне даже страшно стало. Как ему не страшно? Вот урончик, ну, процентов на 25, не очень. Ну давай, да. Ну что ты сделаешь? Ну что? Вот смотри, братва, прям. Братаны. Ё-моё! Пум! Все. Вот сейчас прощайся, 100%. Милашка ты наша, прощайся. Да, как я могу поменять покемонов, если это у меня последний покемон? Зачем ты меня спрашиваешь, а? Это что за тролль? Вот так. Верно, мне кажется, у тебя немного так шансы упали выиграть против этого чудила, чудака. Ну, давай попробуем, да. Хотя бы разочек, пожалуйста, верно, давай. Мне даже страшно стало, что это такое, а? Чё это ты? Черепашка-ниндзя, мать твою! Так, давай. Немного. Мне кажется, Виверна задачит. Не зря же это у нас последний покемон. Это прям тащила нафиг. Тащила. Прям, сейчас увидите, ребят. Да, все. Против Виверны никто не справится. Муа! Ты был очень хорошим покемоном, но... Я бы тебя поменял нахрен на вот этого. Что это за красавчик, Вася? Так, давай. Ну, будет сложновато, да. Немного сложновато, но все же давай верно. Сейчас ты его зафигачишь дыханием дракона. Вот прям охренеть, что это за покемон нафиг. Прощайся, подруга, со своими шмотками и покемонами. Мы сейчас все себе заберем. Вот смотри. Ну, почти все. Еще один ударчик. Еще только один. Вивернушка, будь сыном моим, ты красавчик просто. Вот прям затащил всю команду. Все наши предыдущие команды просто там... Не предыдущие команды, а предыдущие покемоны там просто... Вы поняли, да? А Виверна прям вообще... Сама всех затащила. Не был ли это близкий бой? Я думала то, что я тебе уже там поймела. Не ты меня, а я. И я получил, ребята, травяной значок. Первый наш значок. Я увижу тебя в скором времени, Эдисон. Я надеюсь, я тебя тоже. Сегодня ночью в кровати.
Если вы хотите видеть продолжение, если вам нравится игра Pokemon Go, если вы вообще хотите видеть больше покемонов на моем канале, то, ребята, ставьте большой палец вверх. Наберем 5000 лайков, и я сразу же выпускаю следующую серию с покемонами, ребята, потому что каждый лайк для меня очень важен. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, и, конечно же, пишите комментарии. На самые интересные я буду отвечать. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.